Есть много способов испортить отношения с девушкой. Папа, познакомься, это Света. Но я просто познакомил ее со своей семьей. Амазонская рогатая жаба. К жениху в гости пришла, замуж хочет. У него вон каждую неделю новая невеста. Наверное, мы не вовремя. Это дедушка, он очень любит, когда к нам приходят гости. Харасадыли. Между нами все кончено. Больше никогда я Свету не видел. И Олю, и Аню, и Галю. Когда я встретил Вику, я поклялся никогда не знакомить ее с моей семьей. А с Викой мы вместе уже год, и она поставила условия. Короче, сегодня я еду знакомиться с ее родителями. У нас с Костей любовь, и я выхожу за него замуж. И на когда назначено бракосочетание? Как только мы познакомимся с Костиными родителями. Киношникам я не доверяю. Что последнее снимали? Майонез. Да, Ярушки на счастье. Так хорош, что его можно есть даже ложкой. Если где... Ты только посмотри, готовая семья по сходной цене. Нет. Да. Вы что же хотите, чтобы я играла его мать? Это ключевые роли. И с ними справятся только актеры вашего уровня. Только из любви к искусству. Из-за двойной гонорар. Мы с тобой должны в максимально сжатые сроки отделаться от этого претендента на руку моей дочери. Даже не ожидал, что у Кости такие родители. Скажите, а какой Костя был в детстве? Какой Костя? Это я, мама. Сын твой. А на кого Костя больше похож? На папу или на маму? Вообще-то мне говорили, что я больше похож на Хабенского. Костя, что здесь происходит? Об этом так просто не расскажешь. Здрасте. Я, между прочим, заслуженный артист Мордовии. Что вы несете, папа? Я импровизировал. Папа! Сам он странный, дом у него странный, семья вообще. Шекспир отдыхает. Решил взять богатенькую невесту? Не вышло? Пусть мы кажемся странными. Ну, а любим друг друга и стоим друг за друга с сыном. А какая была последняя реплика? Иван Стебунов, Аглая Шиловская, Леонид Ермольник, Мария Шукшина, Андрей Ургант, Лариса Удовиченко, Андрей Панин, Анна Ардова. Фух. Моя безумная семья. Я слышал, российское кино совсем загибается. Ох, не говорите, полный упадок.